Всех приветствуем на нашем канале, друзья. Мы приехали в парк Лога. Сейчас все вместе сходим, что можно посмотреть, посмотрим. И, естественно, все это покажем вам. Так что не забываем, подписываемся на канал, ставим лайк и пишем комментарии. Ну, а мы пошли в парк Лога. Все, друзья, идем в парк Лога. Смотреть, рассматривать, что это такое. Говорят, что интересно. Вот сейчас мы все сами и увидим, насколько это все интересно. И откуда мы начнем? У меня двоечку. Вот эти маленькие. И те. Что, с оленей начнем? С оленей. Олень. Ну, с оленей. А вот лошадки берем. Пойдем в лошадку. Отпусти туда. Ветерок прохладный такой. Хорошо, хорошо. Потому что на улице сейчас жарковато. На улице жарковато, даже очень. Какие тут люки? Иди вставай около машины. Иди вставай возле машины. Ну, а здесь разные сувениры. Зачем руль с этой? Я его садится куда хочет. Я просто с этой стороны. Здесь, по идее, это без воды. Как бы должна быть вода, но ее нет. Сейчас не запустили фонтан. Так тот должен с водой быть там все. Ну, должен быть. Но нету. Мы еще туда не вошли. Большая. Утром все спят, вечером все отдыхают. Так сейчас мы туда сойдем, посмотрим, сколько. Ну, я так и что возле изумрудного. Около поликлиники. Парк Лога. 4 звезды. Заходим на территорию. Это кто у нас? Где-то прятят. Жена, чего олени любят? Едят? Траву едят. Кошки! Это маленький олень. Чук, кошки! Маленькие или нет, видишь, их выгуливают, видишь, у них территория. И территория большая. Здесь большие, да, видишь, вон маленькие гуляются. А, оса! Хватит тебя за волоса. Ну, ко мне оса пристают. Все, туда не пускают? Нет, туда не пускают. Ну, красивые олени. Да, так оно и есть, как будто поваленное дерево. Он с сахатой, видишь? Зайчик и сахатой стоит. Пойдем направо. Ух, да, их много тут. Видел?
А, смотри, даже со срожками. Ой, блин. А где она? Масло и черный. Они сюда сбились, как будто это. А здесь тенек, наверное. Здесь тенек, они поэтому не сбились. Здесь что-то непонятно, чего они сюда сбились. Да? Я говорю, скорее всего, здесь тенек. Да нет, он там один, вот этот один подходит, а они что-то... Ну, вообще, ребят. И какое красивое. Я ничего не вижу. Зарька с какими-то родами, посмотри, какой. А, посмотри, черный большой, но без рыбы. Нормально. Он срет, посмотри. Нет. Идем дальше. Жанна, теперь вопрос, куда? Направо, налево? Мороженое. Добавки. Мам, посмотри, дай посмотри. Я так понимаю, что да. Не, вот здесь тоже есть дорожка. Не будешь отсюда, там выход уже был. Да? Что там он сказал? Там зеленая, тут все. Они не кусаются? Монет сюда кидают. Большие рыбки. Монет все кидают. Монет. Хочешь дать монетку? Да. Прикольные такие там фигурки. Там монетку. Подожди. Покажи, деду, что ты делаешь. Монетку кидаю. И что будешь делать? Монетку. И параллельно что сделаешь? И желание. И желание кидаю. Давай. Ну, давай. Желание кидай монетку. Чтоб сам не свались туда. Да. Загадал желание-то? Да. Молодец. А видели сверху, какой орел? А нам надо идти, зайти туда наверх. Ну что, мам, пошли. Здесь указатели вот есть. Вот. А, где вот. Что находится? Пошлите нам туда, в туалет. И туда есть туалет. Только лукоморье. Площадка. Да. Комната. Зеркала. Кривые, кривые зеркала. Туда. Мам! Идем туда. Вот сюда. 10 рублей. 10 рублей бросаете, корм Сережа, высыпается. Корм для рыбок. И вы кормите рыбок. На, корм для рыбок. На сколько? Здесь. Все, набрали? Ну тут пройди и кормить. Аккуратно. Аккуратно. Наверное, это. Закормленный сосед. Наверное.
Ладно, пойдем. Вон, иди садись. Нашел водопад. Видел, смотри. Нет, она не сказала, она села и все. Да и довольно сидит. Мона, не видишь? Оба они все убежали в другое место. В другую тень. Да вот экскурсия на этом. Наверное, катает. Поехать надо. Да ладно, пешком походишь. Поехать? Нет, пешком ходишь. Вот тоже. Справа. А здесь у нас что? Здесь никого не видно. Да никого не видно. Вообще никого не видно. Вот это вот страус. А люблю. Много разных, да? Смотрите, там. Я не знаю, видно будет, не видно. Там вот фазанчики. Пожалуйста, не кормите животных. Как же без голубей-то? Без голубей никак. Ну да, хорошо так все оформлено, да? Не, очень красиво сделано. Мам, без голубей вообще не можно. Сколько там сидело рабочих-то много, которые, видимо, и... Мам, сюда иди! Я, давай мы вот по кругу идем, иди сюда. Пойдем здесь по кругу и там выйдем. Тихонько, тихонько, не торопись. Смотри, проси. А вон геологи. Вот такие красивые. Да они какие здоровые, да. Вот этот вот сидит вообще. Как это? Как курица. Это же вот. Да. Какие то разговоритости голубей. Есть еще нет, нет. А это нет, нет. А там еще вон туда. А вот, смотри, какие красивые петушки и курочки. Куры? Это куры. С курочкой. А вот а это у нас кто? Фазан. Кентям. Обойдем. Олеся. Феникс. Это не олень, олень и вон. Это видно косули. Это другие. Папа, тебя спасибо. Мама, на тебе? Конечно. Да вот конь. Мам! Они, друзья, в загоне. А я в туалет.
Ну там, да. Такие вкачали. Ну смотри, подошел к тебе олень. О, как кричит, о, как. Кокин хит. Чимани, лям чимани. Вот эти вот черненькие лям чимани. Клинохвостный фазан. Ну, что-то вот здесь нет клинохвостного фазана. А там кто? Там кролик. Такой кролик. Французский коран. Жена, посмотри здесь. Ухи маленькие, сам огромный. Баран. Ухи. Тоже кролик? Да, кролик. Ух ты, какой он как сидит, а? Кролик. Да не кролик, это кролик. Может, кролик? Да, я чувствую, здесь долго можно ходить. О, а там он спрятался. Да, спрятался, нет. Фляндер. А здесь что у нас? Мама, смотри, какая уточка! Большая! Пойдем из Атарио? Здесь что утки. Плавают. Наверное. Почему? Вот такая вот избушка. Подожди, надо билет тогда покупать. Мама! Иди сюда. Ой, какой большой ты его. Вот считать надо. Они закрыты? Ящерицы. Они закрыты? Они закрыты, они не выскочат отсюда. А? Отсюда не выскочат. Это змея? Или вот это вот все? Ну, там, наверное, что-то. Пойдем посмотрим. Пойдем сюда. Или ты отсюда вначале хочешь? Пойдем посмотрим. Обезьянки. Обезьянки. Маленькие. Пойдем вниз? Пошли вниз. А здесь пустой. Но это сделано так. Декорация. Здесь у нас непонятно, кто где. А вон змея лежит. Вот там вот. Он видел.
А здесь вот спрятала. Здесь уже сложно найти. Сложно найти. Вот такой водопадик. Да. Ух, какая. Смотри, как будто она. Да. И вот здесь вот, видишь, был ладий. Да? Вот они, рыбки. А здесь? А вот, смотри, сидит. Кто? Вот, на веточке, видит? Хамелеон. О, кактусы! Да? А здесь? А вот, не, вон там. Видит? Видел? А это вот лежит. А это что? Это что? Он читать надо. А у меня зрение плохое. Там какая-то ящерица. И еще какой-то будильник. А их две тут. Вот одна прыгает. Видишь? И еще вон. И одна там, а та побольше. А будильник что-то не какой-то. А это нет. Это измеряет температуру, влажность. Не залази, Кирилл. Пожалуйста. А это вот там, наверху. А, свинья? Наверху. Ну, прыгай. О, какой большой там. Ковровый. Здесь, похоже, мы тоже никого не увидим. Чего-то мы здесь никого не видим. Скорее всего, кто-то есть, что-то есть. Ну, кто-то что-то спрятал. Куда-то кто-то спрятался. Смотри, какая бриллианта. Вон, смотри. Да, вон. Он, да. Ой, там вот лежит. Змейка. Змейка. Бывает, правда, больше. Ой, смотрите. А здесь пусто, походу, Кирилл. Нету никого. Ну нет, никого не видно, цвета нет. Вот, смотри. Нифига себе. Красный свет, опасность, опасность. Опасность, да. Ну все, мы с тобой вроде бы все прошли, Кирилл. Пойдем еще по низу туда, налево. А? Ага. А глаза как у кошки. Нет, скорее всего, кто-то есть, но тяжело найти. Вон он, видишь, рядом с листиками, вон, ага. Которые крестиком. О, видишь, мелкие. Видишь, двигаются. Вот, Саша. Там большой король, видимо, а тут много-много маленьких. Хорошо. Главное, чтобы вот из аквариума не выбежал. Еще под колодец. О, это лоси? Не знаю. Мелкие. Не знаю, Кирилл. Там мы знаем, мы там мы уже были. Все, выходим? Чего? Оттуда, сверху, там стоят динамики и все. Из динамиков идет звук. Все, выходим? Да. Ну, понравилось тебе? Да.
Понравилось тебе? Выходим. Ой, сок, как в советское время, смотри. А я не знаю, здесь что-то я не вижу. Полоскун должен быть. А енота нету. Да, эти отдыхают, енот. Жарко отдыхает, там нет, Кирюх, не видно его. Тоже спрятался. Журавль. Журавль. Вот все нормальные. Огромные. Колючие. Вот он. Кенгуренок. Беленький. Кенгуру. А где большая? Да. Большая. Вон она там. Кенгуру Бенетте. Бенетта. Большая и маленькая. Ну, а им жарко, наверное, они спрятались в тенечке там сидят. Там толстый. Дальше нет, ой, сюда нет, иди. Там кенгуру. Там кенгуру. Кенгуру. В уголочке. А здесь опять птички. Хохлатый перепел. Перепел. Перепелочки. Лохматый. Перепелки? Фазан Хьюма. Это фазан Хьюма. Эй, спрятался. Ты такой большой, такой красивый, да? Это тоже ара. Это вот на все перышки чистый. Да, реально. Мать, что я? Вот это с тобой мой. Пускайся. Вот он синий-желтый ара. Вот ты какой красавец. Вот ты смотри какой. Вот ты смотри. Не надо. Смотри, он позирует. Он же позирует. Вставай к нему. Ну, зайц зарубит, сейчас вылетит. Ну, зайц зарубит. Ты позируешь. Какой большой-то. Ты позируешь, да. Лафура. Свайного лафура. Меню. Медвежата. Держись, гусеницы в ожидании.
чернокрылый павлин. Чернокрылый павлин. Скочил, но не знал, кто. Это павлин. Сова. Сипуха. Вон она. Вон она, вон она. Белый лист. А белка в доме? Она что, дура в такую жару бывает? Белка всегда в домике. Тракобон. А что, кокота, да? А его нету. Индийский павлин. А вот еще фазанчики. Обыкновенный фазан. Да, вот это вот. Обыкновенный фазан. Здесь есть золотой фазан. Да? Да. Что ты говоришь? Вот тут золотой фазан. Только он спрятался, да? Да. Ведь золотой фазан спрятался. Ведь он не хочет красоваться. Не хочет, он же золотой. Да? Да. Лимонный фазан. Он тоже спрятался. Синий ушастый фазан. Птиц, зверей не кормить. Понятно, да. Чтоб не отравили. Алмазный фазан тоже спрятался. Тоже нету алмазного фазана. Да, алмазного фазана тоже нет. Он как и золотой, тоже спрятался. Такой лимонный и золотой, и вот алмазный тоже спрятались все. Да. Не видно его там. Не боится. А что, ему боятся там в клетке? Давай. А вон их сколько, все? Мы все прошли? Да. О, смотри, какой маленький. Ой-ой-ой. Смотри, смотри, какой маленький. Олененочка? А что он один? Вот один он. Ну, он, наверное, самый маленький. Да?
наверное, самый маленький, чтобы его не забили. Найдем. Территорию все ухаживают, поливают. Не, очень ухоженно, очень все красиво. На сухо. Вообще-то не видно ничего. Вот там. Не, вот как спать, вон она. Один хвост торчит. Ну да. Какой у нее огромный дом. Большой вольер. Что там интересного? Вот там. А вы знаете, что здесь стрекат есть? Да. Да, вот. Вот сюда идем. Вот они побежали, вон они побежали. Сколько стрекат? Мы туда удрали. Лемурчики. Кошачий лемур, а где он? Вон он, вверху сидят. А вон они вверху, я не знаю, видно будет вам или нет. Но вон они вверху сидят. Вот, вот, с той стороны можно это и там вот это, короче. Я думаю, это стоят эти живые. Не, я, вон они лежат. Сейчас вспомню. Вон они. Спят. Отдыхают. Вот с той стороны можно идти. Со стороны их клетки, вот эти убежища, которые они уходят туда прячутся. Вот, видишь, вот, тут лемур, ну ладно. Уже они теперь туда удрали. А вот... Тоже есть... А тут шимпанзе. Ну, они там. А они туда удрали. Все, можно там выйти. Пошли. Мы пока были там, они сюда удрали. Мы пришли сюда, наверное. Видишь, какой грибок ставить? Перейдем. Еще раз. Ты сама будешь все делать. Понятно. Что ты не будешь. А вот здесь видишь еще чего-то там. Да. Здесь что-то закрыто. Боярин. Ресторан «Боярин» туда, направо. Ох ты! Вот вам и печка. Ну давай щеку.
Скульптуры руками не трогать. Вот. Что ты потерялась, Жан? Жанна, говорю, что ты потерялась? Я просто вот. Вот там карусели. Избушка на курьих ножках. Аттракцион курятник. 4 часа, ну 4 вам хватит, я думаю. Более. Необычные светильники. Да. Как этот леший, как или этот лесовичок? Да нет, как будто голень пожирать, да? Давайте с фонариком схватим. Леший. Смотри сюда. Сейчас на колесо так. Не леший, посмотрим там, что там и там. Чего переживаете? Ну ты попилай. А Леша подождем. Почему? Ой, смотри, какие. Летят по себе. Из сказки. В общем, вход бесплатный, все остальное платное. Туалет 20 рублей, аттракционы 200, все через кассу. Но видишь, закрыто. В общем, друзья, колесо обозрения сделано для красоты. Оно не крутится. Так что не ведитесь на это. Не, может, когда-то и работало? Может быть, но сейчас не работает. Чисто для красоты. Все, идем дальше смотреть. Идем искать проход наверх. О, смотри, вот они. Рыцари. Вот видишь, какие уровни красивые. Смотри, какой рыцарь. Какие рыцарь. Я люблю рыцарь. Нет, я сказки ненавижу, да я рыцарь. А кактусы любишь? Кактусы. Смотри, кактусы. Все, ту сторону мы все прошли. Теперь идем налево. Здесь. Вон мельница, видишь, Кирюх? Давай мельницу тебя сфоткать. Ты вместе не подходи. Да. О, мельница. Ого. Где там было? А нет. Но на ее можно. Не-а. Ну, там вроде ходит кто-то. Нет, или... они там залезли через ограждение. Туда нет прохода. Нет, вот там прошло. Где? О, через ограждение. Ты видишь, когда прикрепишь? Ага. Вы прикрепишь, если ты улетишь. Куда вы улетаете? Ну, тогда неинтересно будет. Ну, пошли, что ты бой? Да? Что Жан? Случилось? Ну смотри, какой там водопадик. Лестница. А, где уже гуси?
А где гуси? Вон они. А лебеди? Проход закрыт. Вон они. Да, кривые зеркала. А это что за чудо? Кривые зеркала. Ничего, да? Вот и вторая также. Да, и здесь нога большая. Ну, вставай туда. Здесь много денег. Под ноги, под ноги. Даже под ноги смотри. Оп. Ага. А тут какой-то коротконожка получился, да? Какие-то кривоножки. Голова. Черного. Вижу. А там опять есть олени, да? Или горные кузнецы? Не знаю. Но здесь все. Он с белкой решил сфотографироваться. Нет, туда нельзя.
Ну, вот здесь вообще. Как со своими дураками, то мы и снимать, и не боишься. Все то же самое. Здесь, в принципе, это все получается. Это дом. Ой, как, да? Там вот все это сделал. Судя по... Скорее всего, столько... А где у нас черепашки-то все-таки? А? Сейчас мы черепашек так и не нашли пока. А вон они, черепашки. Зови Кирюху. Алёша, черепашка! Видишь? Вот она, черепашка плывет. Вот она. А черепашки, это которые медленные? Да. Вон она, там еще одна. Вон, смотри, как много. А вот они. Во, иди сюда, Кирюх, иди сюда. Иди сюда, смотри. Смотри, как их много. Да. Красноухие, получается, черепашки. Ну да, водоплавают. И оранжевые. И оранжевый цвет. Блин, главное не нырнуть. Ну уж не нырни, а то будешь черепахой. С черепашками искупаешься. Глубоко? Конечно. Я вижу, а да. Вон отсюда идет. Я хочу. В принципе, все, да? В общем-то, мы все прошли. Наверх мы так и не поняли, как идти. Такие необычные скульптурки сделаны на мостике. Ну, в общем-то, все, друзья. Время у нас без 10. 12. Мы вроде все посмотрели. Куда можно зайти, зашли. Что можно посмотреть, посмотрели. Ну, теперь мы выходим. Идем к машине. Так что не забывай подписываться на канал, ставить лайк и писать комментарии. До новых встреч! На канале. Вещай. Рассказывай, где ты был. Ваше заключение. Рассказывай, где ты молодой был. Молодой человек. Мне парк не нравится. Почему? Потому что там все плотное. Туалет плотный. Все плотное. Ну где все плотное? Аттракционы не работают. Аттракционы еще, блин, платные. Все плотное. Ну, естественно. Ну, парк, да, аттракционов вообще не работает. А да, парк, чисто для так, для... Ну, погулять можно, парк. Ну, ехать на специально и тратить время. Кого ты там видел? Там кто, зоопарк, что, зоопарк тебе понравился? Зоопарк понравился. И еще понравился, что там, эзотариум? Угу. Тоже понравился, да? Где зеркала? А, королевство кривых зеркал понравилось тебе. Ну, зуб мне все настроение. Ну, бывает. Что в общем, вот так вот, друзья. Думайте сами, стоит ехать или нет.